Я смотрю на олигархов следующим образом. У нас исторически был такой полуаутократический режим. Достаточно сильный президент, но недостаточно сильный, чтобы управлять страной одному. Ему приходится делиться с какой-то группой лиц. И за эту поддержку политическую, которую он получает от этой группы лиц, президенту или власти исторически приходилось отдавать какие-то активы. И для меня олигархом являются те люди, которые вошли в эту группу и являлись внутренним кругом людей, которые управляли и, возможно, продолжают управлять страной. Очень...